К другим темам. В городе Чусовом освящен купол на храм Покрова Пресвятой Богородицы. Торжество совершил архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Подробнее о ходе строительства расскажут наши коллеги. Почти 10 лет назад чусовской предприниматель Андрей Петухов безвозмездно передал участок земли в центре города под строительство православного храма Покрова. Осенью 2009 года был вырыт котлован, затем в октябре во время торжественной церемонии закладки храма была заложена памятная капсула. Летом 2011 года был закончен фундамент, цокольный этаж храма, а в августе 2012 начали возводить стены храма Покрова Богородицы. Кладка стен завершилась в апреле 2013 и лишь в 2017 году строительство основного здания было практически завершено. За строительством храма очень внимательно следят и помогают по мере возможностей жителей не только Чусового, но и соседнего города Лысьвы. Среди участников молебна были представители муниципальной власти. Будет храм, будет центр духовный, будет жить территория. И я, пользуясь случаем, поздравляю вас сегодня с нашим еще одним праздником, с 85-летием, с юбилеем нашего любимого города. Жители города горячо отреагировали на проповедь архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы и пригласили его принять участие в праздновании Дня города. А у нас сегодня в городе 85 лет, юбилей. И пусть это будет как символ, что наш город будет стоять. Урал будет всегда утверждать себя. И русская культура, и православие будет всегда впереди. А мы не будем заимствовать всевозможные европейские замашки. В общении с прихожанами архиепископ Зосима в своих проповедях понятен каждому, ведь, рассуждая о самых простых истинах, он умеет находить проникновенные слова. Чтобы это чувство патриотизма, любви к родине, к своей земле было, нужно знать то, что впервые в мире, в человечестве было возвещено Господом Иисусом Христом великая тайна, что Бог есть любовь. Это событие действительно историческое, потому что оно в истории нашего города после именно революции такое, это первое событие. Оно обязательно запишется именно в историю нашего города и нашего района. И только можно восхищаться. Тут эмоций вот столько, что невозможно человеком выразить. Это такое радостное состояние, волнительно даже. И трудно тогда сказать. Вот только радость, что радость. История строительства храма в Чусовом непростая. Много сил, много времени, участие многих людей. Но сегодня прихожане Чусового, как и все православные Соликамской епархии, верят храму быть.